Петр Алексеевич? Приветствую вас, молодой человек. Вы меня не узнаете? Если положиться на мою не слишком надежную память, вы Харитонов. Павел, если я не ошибаюсь. Да, все верно. Все-таки запомнили меня? Ну, как вас не запомнить? Учились вы хорошо, хулиганили в меру. Присаживайтесь, если не торопитесь. Да, конечно, с удовольствием. А чем сейчас занимаетесь? Кем работаете? Учился, потом армия, потом опять учился. Вот сейчас учительствую. Что вы говорите? Надеюсь, коллега, вы это делаете от души или в силу обстоятельств? Конечно, от души, но и в силу обстоятельств. Дело в том, что я стал учителем благодаря вам. Интересно. А что вас подвигло на это? Был один случай. Однажды мой одноклассник Славка Проскурин принес в класс красивые часы. Ему их подарил отец. Он хвастался ими и, когда прозвенел звонок, положил их в карман. Мне они так понравились, что я незаметно вытащил часы из его кармана. Сейчас даже себе не могу объяснить, как такая мысль могла прийти мне в голову. Одним словом, я украл их. После урока Славка обнаружил пропажу и сказал об этом вам. Здравствуйте. Петр Алексеевич, у меня часы украли. А ну-ка все в зал. Может быть, кто-то хочет признаться и исправить свою ошибку? Я не мог признаться. Мне было стыдно и страшно. Тогда вы закрыли дверь и сказали всем встать в круг. Вы собирались проверить наши карманы и попросили всех закрыть глаза. Мы сделали так, как вы велели. Вы ощупывали карман за карманом, наконец дошли до меня и вынули часы. Я был уверен, что настал час моего позора. Но вы продолжали проверять карманы, как будто ничего не случилось. Наконец, вы сказали, чтобы все открыли глаза, вернули часы владельцу и не произнесли больше ни одного слова. Вы никому не сказали о том, что часы нашлись именно в моем кармане. Более того, вы ни разу впоследствии ни взглядом, ни отношением не дали понять, что знаете, каков я на самом деле. Вы спасли мою честь. Это был самый позорный день в моей жизни. Но в этот день я также решил, что больше никогда не сделаю ничего подобного. Хоть вы и не читали мне мораль, но именно благодаря вам я понял, каким должен быть настоящий учитель. А вы помните этот случай, Петр Алексеевич? Да, я помню этот случай. Но что эти часы взял ты, я не знал. Дело в том, что когда я проверял ваши карманы, я так же, как и вы, закрыл глаза. Душа страдала.
отчего она болела, изнутри сжигая тело. Отчего она взлетала в час, когда то тело спало, в час, когда то тело спало. Все записано.